Людмила без Путина. Я могу сказать, такой был лозунг-кричалка на последнем митинге. Людмила стала свободной, Россия станет свободной. Но это на самом деле шутка, я не хочу комментировать личную жизнь кого бы то ни было. Я абсолютно нормально отношусь и к разводам, и к свадьбам, лишь бы это было все цивилизованно. У каждого может такое произойти, никто не застрахован.